А я спал в подъезде в одном. Два раза меня оттуда милиция выгонял. И как раз этот день был, можно сказать, даже был день отчаяния. Такой у меня был день, прошел отчаяние. И я общался с Творцом, как говорится. Просто просил его, мол, сил больше нет, дать мне какую-то дорогу. Дорогу выйти из этого положения. Я знал, что в этот подъезд нельзя идти. Меня там постоянно палили, даже не два, а три раза. Я все-таки пошел в этот подъезд. Что будет, то будет. И на самом деле разбудили меня милиция. И стояли скорая помощь, врачи. И милиция мне сказала, поедешь с ними. Я с ними поехал. И приехал 17-ю. Алекситимия – это всего лишь неспособность выражать свои чувства. Важно, что если ты не умеешь выражать себя, тебя, по сути своей, как бы и нет. Тебя нет буквально означает следующее. Ты не знаешь, кто ты. Ты не знаешь, зачем ты здесь, на этой земле. Ты не можешь передать, кого или что ты любишь, или кого и чего ты не любишь. Ты можешь выразить себя только с помощью чего-то внешнего. Людей, веществ, мамы, жены, чужих концепций, водки, наркотиков, культуризма. Словом, всяких разных вещей, которые приняты в человеческом обществе, которыми ты можешь пользоваться в чисто количественном измерении. Например, я выражаю себя с помощью общего объема моих бицепсов. Я выражаю себя с помощью героина или ЛСД. Я выражаю себя через количество водки, которое я могу выпить, что примерно соответствует в компании взрослых тому количеству радости, которое они могут пережить. И снова здравствуйте. Для кого-то уже третий раз мы с этим встречаемся, для кого-то первый. Продолжение следует. Лиза, Влад, Игорь, Саша, Игорь, Андрей, Эдуард, Оля, Женя, Кирилл, Дима, Света. Дима, Света, Андрей, Юда, Даша, Сережа, Олег. Света любопытная, Женя задумчивая, Оля загадочная, Эдик заболевший, Андрей строгий. Я обыкновенный, Саша обыкновенный. Игорь трезвый. Георгий эгоистичный. Вот он, собачка. Юра Мутный. Юра Мутный. Прекрасно. Андрей скромный. Игорь вспыльчивый. Саша обыкновенный. Этот Игорь трезвый. Влад простой. Лиза здоровая. Сергей веселый. Коля непомнящий. Значит, Владимир тихий. Юрий мутный. Георгий эгоистичный. Так, а Сергей у нас был ищущий. Ну, а Сергей этот грустный, к сожалению, на сегодняшний момент.
Иван, ты? Иван Иванович, Иван Иванович, нет? Иван Иванович. Единственным результатом работы театра это может быть спектакль. И мы шли, и мы не знали, что за спектакль это будет. Мы раз в неделю ходили к пациентам, общались с ними, проводили какие-то тренинги, которые иногда делаем сами, предлагали какие-то игры, упражнения такой психологической, скорее, направленности, чтобы попытаться их немножко больше раскрыть, да, чтобы они больше говорили и выражали собственные чувства. Мы решили взять как бы понятие зависимости гораздо более широко, нежели это рассматривается в клинике наркологической, да, то есть когда это либо зависимость от алкоголя, либо зависимость от наркотиков. Каждый человек, каждый из нас с вами, считающий себя абсолютно здоровым, да, и как бы нормальным, является зависимым по очень большому количеству пунктов, то есть начиная от каких-то бытовых совершенно вещей, человеческих привязанностей и зависимостей, заканчивая, не знаю, работой или чем-то еще. Это было буквально самое первое упражнение, которое я предложил ребятам. Такое простое актерское упражнение. Я сижу на стуле, пытаюсь с него встать и обнаруживаю, что у нас есть некая невидимая неразрывная связь, которая мне не позволяет этого сделать. В каком-то смысле это работа о поиске баланса, да, то есть ну, баланс, наверное, какой синоним здесь еще можно подобрать? Это, наверное, громко звучит, да, но слово гармония, внутренняя гармония, да, и о ее утере, и попытки ее снова восстановить. И, да, и я. Слушай, расширяй. Да, вот именно. Надо было столько учиться, то есть так, и как не научиться на стуле балансировать. Ну, как мы все живем? Ну, кто-то нас услышит, это значит, в нашей деятельности был смысл. Сможем мы вылечить вашим спектаклем алкоголиков и наркоманов? Нет. Мы сможем повысить процент. Да, мы сможем повысить процент тех, кто задумается. Все остальное на самом деле не так важно, потому что когда человек задумывается, он начинает что-то делать. Не потому, что так модно, да, не потому, что так проще, а от себя. Друзья, последнее предложение по упоминанию работы в больнице было такое. Спектакль создан при участии пациентов в наркологической больнице. Да. Других вариантов нет? Пожалуйста. Химическая зависимость является неизлечимым заболеванием, прогрессирующим, с плохим прогнозом. Пожалуйста. Ваши реакции. Не хочется лишний раз с этим сталкиваться. Но это как первая просто реакция. Хочется не согласиться, потому что если это так, да. если это так, то смысл что-то делать какой? А я чувствую, что он есть. Напишите, пожалуйста, 10 пунктов. Списочек из 10 пунктов. Какие они зависимые? Прилагательные? Может, прилагательные, может, какие характеристики. Какие? Хорошо. Еще минута. Нет, еще все равно. Такие же, как я, или такие же, как мы. А в чем они? Что это такое такие же, как я? В смысле, я не отделяю их ни в отдельную социальную группу, ни в отдельную там какую-то еще там, подгруппу. Только что в этом. Такие же, а? Что им свойственны такие же. Абсолютно. Свойства человеческие. Да. А так ничего, даже симпатяга получился. Да. Одинокий, ну, несчастный немножко. Одинокий, нервный, равнодушный, бесшабашный, неудовлетворенный, безответственный, несчастный, изобретательный при этом и хитрый, добрый. И частичка сопричастности. И такой же, как я, в общем. Полминутное раздумье и по кругу. Такой мозговой штурм по этому поводу. Каждый по фразе. Четко тоже. Я вот мне прямо в глаза бросался там на заборе. Ну это то, что Кирилл сфотографировал. Да. Пока ты здесь, мир живет без тебя. От
Откуда, по-вашему, мы взяли это? Кстати говоря, то, что ваше продолжение фразы, пока ты здесь, обычно предполагает некий призыв к человеку. Пока ты здесь. Да, то есть это некое бой. Здесь, это здесь. Вот. Не то, что нельзя, как и Вилл. Я в обширном. Глобально. Да, там, допустим, я говорю там кому-то, я говорю девушке там. Пока ты здесь у меня, да, со мной все там. Или, например, пока ты здесь, я снова плачу. Если в глобальном, в обширном, это можно выражаться немножечко по-другому. Не только, например, именно о себе одном там или о чем-то одном месте, а о чем-то другом. Если бы я, например, где-то был сейчас в другом месте, что-то у меня была другая жизнь, я имею в виду вот что. Что бы я мог сказать? Вот я немножечко так о прошлом вспомнил. Если бы она была здесь, я бы заплакал бы, конечно. Безусловно, это один персонаж, один и тот же. И все это просто история. Вот все мои появления, они вот очень точечные, да, как у всех у нас. Просто персонаж, который живет, и мы на него посмотрели сегодня, через месяц, через там еще какое-то время. Это история моего вот... Почти меня, только вот в другой жизни. Я мог бы так. Я помню, 2 года я пил каждый день. Это даже для меня было сложно. Каждый день. Упивался, бывало до такой степени, что не помнил ничего. Я думаю, лучше сказать, что сам был виноват. Из-за своей вины прятался. Прятался за водку. Она меня спасала. Вот это надо было... какую-то свою слабость скрывать, да, старался напиваться, чтобы что-то не видеть, того, чего не хочу видеть, того, чего не хочу слышать. Я даже вот, если сильно пьяный, да, я не скандальный, самое главное прийти, чтобы мне никто ничего не говорил, я лягу и буду спать спокойно. А так я в жизни своей ничего не жалею, никогда нельзя жалеть, я думаю, в своей жизни то, что ты хочешь. Таблетки. Мне две всегда ночные от бессонницы. Сейчас начали давать. Я очень ночами плохо сплю, а я постоянно плохо сплю. Я так просил Бога, чтобы он меня от этого всего убрал, потому что я, да, и мне всегда иногда кажется, Бог меня куда-то ведет такими дорогами, что я не могу понять и думаю, неужели... Я когда-нибудь с ней, правда, встречусь. Мальчики, на таблетки! Порожкой! Нету здесь уныния. Готово же все. Это же бесит. Чужие. Ну, смешно просто. И внутри там. Опять же, просил помощи. Самое ужасное, жена... что люди, которые скованно. Тебе вроде бы вчера улыбались... Боюсь свободы. Это режим. Все так превращаются в человека. Мутный. Потому что постоянно в этой толпе. Какое там? Не с кем тебе подать. Я там друзей. Не просят, а требуют. Провожу. Она сделана один. Люди сожрут. Три друга и все. Копать яму. Ну, давай. То есть, дальше, тем хотел быть шить руками. Я как-то решил быть одиночкой. То есть, я что хочу сказать? Шить руками. Как правило.
вообще. То есть, я что хочу сказать? Шить руками. Как правило. Понимаете? То есть, я что хочу сказать? Шить руками. Как правило. Галя. То есть, я что хочу сказать? Одежду, книги. Как правило. Понимаете? То есть, я что хочу сказать? Шить руками. Как правило. Понимаете? То есть, я что хочу сказать? Руками. Одежду, книги. Понимаете? Я что хочу сказать? Шить руками. Как правило. Понимаете? А то есть, я что хочу сказать? Понимаете? Он стоит один, переходит, играет на своем саксофоне. Никак не замечает людей, потому что люди не замечают его. Он стоит один. Мимо проходят сотни, тысячи людей, и никто его не замечает. Понимаете? То есть, понимаете, в чем дело? Сказать. Сам правило. Понимаете, как дело? Правило. Понимаете? То есть, понимаете, я что хочу сказать? Сам правило. В чем дело? Как правило. Вы понимаете? То есть, понимаете? Я что хочу сказать? Сам правило. Как правило. Понимаете? То есть, я что хочу сказать? Сам правило. Как правило. Понимаете? То есть, я что хочу сказать? Сам правило. Как правило. Соль сыплешь, да? Кажется, знаешь меру, да? Оно пук, оттуда и вывалилось больше, чем нужно. Постарайтесь. Вот из заготовочек, которые мы приготовили, это квадратная заготовочка. Сделать себе маски, ну, допустим, две для начала. Одна маска, это ваша любимая маска, было такое выражение, та маска, за которой удобнее всего существовать. А вторая маска, да, кто вы есть на самом деле, как вы думаете? Какой вы есть на самом деле? Ой, я бы не рисовала. Это вот обязательно кто-нибудь доскажет. Ну, я, конечно, не настоящий художник, когда надо что-то там объяснить. Так. Мне тоже так кажется. Это по-настоящему вы такой? Вот такой? А вот этой маской прикрываете? Да. Похож, да? Это же форма головы, как у мумика. Лампочка. Ну, лампочка, короче. Не, груша, не груша. Я груши не люблю. Ну, наподобие лампочка. Это когда она выключенная. Ну, это лампочка. Да, когда она включена. Ну, я... Да. Но обычно я выключен. Почему-то я всегда выключен. Включают мне очень редко. Первое, что вот сразу, это форма. Не содержание или не рисунок, а форма. Ну, форма лампочки. Вот для меня обе, и тот рисунок, и тот, были вы. Потому что злой, добрый, с улыбкой, без улыбки. Ваня, ну вы Иван Иванович. Если уж самому не греться от самого себя и от своего света. Да что ты так жил, как вы говорите. А это опять он начинает брови сводить сейчас. А говорю-то я очень правильно, потому что это... Да нет, сейчас сводить. А это, как вам сказать, это есть внутренняя тоже у меня такая энергетика. Я ее редко открываю, очень редко. Так обычно ее никто не видит. Так что, где какой, где обычно, а где нет, не знаю. Вам смотреть. Мне по армии побросало по четырем частям. Это Монголия, пустыня Гоби. Есть в Монголии такая пустыня, называется. Вешались там, стрелялись там. Там в армии разное бывает. И я там с девушкой еще познакомился. С хорошей. Вот которую нашел бы сейчас, попросил бы у нее прощения. За то, что я предал ее. Ну, там гарнизон. Огорожен гарнизон, дивизия.
вертолетная дивизия. А она, там же все дети офицеров, там школа. Там дети учились. Я там познакомился с девчонкой. И потом с мамой ее познакомился. А девочку звали Лена. Елена. Фамилию забыл. Вот это мне, я, конечно, если Бог дался, я ее встречу. Почему так кажется, что когда-нибудь я ее встречу? А встречу попрошу прощения. Прости, прости. Но это было предательство с моей стороны. Ей было 13 лет. 14-й год пришел, когда я пришел, а мне было... На 7 лет она была, короче, младше меня. Я вообще не мог к ней прикасаться. Хотя мать ее сказала, она отучится, школу туда-сюда, и, мол, все нормально. Да, слегка притрагивались губами. Никаких засосов, я сам не умел, в принципе, этого делать. Мне даже стыдно было. Ну, так притрагивались, касались губами, и все. Ну, она для меня как сестренка была малая. Хотя я знал, что это не сестра. Я полюбил эту девчонку. Но она такая более-менее взрослая, да? Меньше меня ростом. Но я знал, сколько ей лет. Меня занесло. Конечно, меня понесет. Кого ж не понесет-то? Вот меня и понесло. А потом, когда я понял это, я понял, что я предал. И вот с того времени надо было мне держаться. Ну, молод был. Понесло меня так, что не задумался я о том, что со мной будет потом. Ну, как-то слишком далеко не заглядывали мы на будущее. Она говорила, что у нас под Питера город Ладейное поле какой-то там есть, там, я не знаю, есть, ну, наверное, что есть. С двух одной. Если я не увижу ее, я вот боюсь только единственное. Она отчаянная, она под поезд бросалась, когда я с армии уезжал. Я боюсь, если она приехала в Москву с мамой, а тут я ее не встретил. Телеграмма ж была, а я взял ее, предал, уехал. Бросалась-то она, конечно, на серьезное. И вот почему я боялся потом, думал, что, не дай бог, она что-то сделала. Потому что детская любовь, она безумная. Я ж помню, как у меня первая любовь, я вены себе резал. Это серьезно было. Я не задумывался. Как-то и смерти не страшна. Это была любовь. Это была проблема. Меня до сих пор это мучает. А сейчас уже сколько прошло? 24 года. Вот посчитайте, сколько это. Ей. 37 лет. Женщине. Потому что, с одной стороны, знаете, как бы желание, которое выполнимо, мне хотелось бы, конечно. Ну, я думаю, одеться клоуном. Это было бы хорошо. И раздавать шарики детворе. Прыгать, танцевать, веселиться, когда тебе не видят настоящее твое лицо. Показать людям, что клоун — это не так уж плохо. Это даже хорошо, это приятно.
А они ходят вокруг, они не клоуны. Искал, пробовал. Мне там сказали, что ты жди меня, там ищи. Я фамилии не знаю. Фотографию хотя бы. У меня ни одной почти здесь, ни одной армейской фотографии даже нет. В интернете что-то пробовали ребята там, ну, Лена, знал бы хотя бы фамилию, я забыл ее. Слишком давно все это было. Я и раньше видел таких людей. Я, в принципе, знал, какие они будут. Помогли ли мы кому-то, я так думать не хочу. То, что они нам помогли очень, это правда. И вообще социальная роль пациентов 17-й больницы, она на самом деле, то есть она, это роль. Главная роль в том, что они дали нам импульс, дали нам пинка. Ну, правда, я одного парня предупредил, какого числа какой поезд приедет. Просто попросил его, меня уже не будет здесь. Встреть. И скажи, что я уехал. Не говори, куда, просто я уехал. Я не знаю, ходил он, не ходил. Нет, он, может, и не ходил. А может, и ходил, не знаю. А я испугался, струсил, кинул, бросил. Это вот страшное дело для меня. Я бы нашел. Только попросить прощения. Больше ничего. И так хочется увидеть, что она на самом деле счастливая. Что она ни о чем не жалеет в этой жизни. Я бы был бы просто счастлив. То есть вот в таком своем состоянии ты можешь быть, ну вот как кажется, как будто бы самим собой. Более разговорчивым, более успешным, более сильным. Один вариант. Второй вариант. Это помогает махнуть на все рукой и стать более спокойным и более неуязвимым. Видимо, какая-то часть реальности, а может быть и вся реальность, она переносится туда. То есть это фактически создание своей реальности, где есть возможность быть самим собой. Быть таким вот, как ты хотел бы, но почему-то не можешь. Если в глобальном, в обширном, это можно выражаться немножечко по-другому. Не только, например, о себе одном там или о чем-то одном месте, а о чем-то другом. Если бы я, например, где-то был сейчас в другом месте, что-то у меня была другая жизнь, я имею в виду вот что. Что бы я мог сказать? Вот я немножечко так о прошлом вспомнил. Если бы она была здесь, я бы заплакал. А увидеть ее разбитой, вот это страшно. Последняя там наркоманкой или алкоголичкой, там, да, или еще чем-нибудь. Вот это для меня самое страшное увидеть. Хочу увидеть, и с одной стороны, и боюсь увидеть. А знаю, что надо. Вот для меня надо, вот здесь надо.
Здравствуйте, в эфире программа «Другие в городе», в студии Ольга Коршакова. И сегодня у меня в гостях Александр Данилин, врач-нарколог, психиатр, писатель, ведущий программы «Серебряные нити» на Радио России. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Оля. В послесловии к вашей книге «ЛСД, галлюциногены, психоделия, феномен зависимости» вы пишете: «Никаким иным путем, кроме христианского мировоззрения, не могу объяснить себе происходящее как со мной самим, так и с моими пациентами». Вы здесь говорите про чудесное и необъяснимое. Вы очень удивитесь, но первое. Очень многие, не очень многие, но гораздо больший процент алкоголиков, чем вам кажется, скажет вам, что запой – это поиск Бога. Его собственного персонального Бога. Бога такого, как он его понимает. А я вам могу сказать, что, собственно говоря, если говорить о пьянстве как о неком социальном феномене, то смело могу утверждать, что это, собственно говоря, и есть единственная подлинная русская религиозная вера. Пьянство. Вера в Бога алкоголя. В то, что алкоголь может сделать человека человеком. Хотя бы на время. А если нет, то ради чего жить? Такое язычество? Нет, почему же язычество? Какое же оно язычество, когда оно вполне себе химическое единобожие? Не знаю, к лучшему это или к худшему. Сейчас я ничего не могу сказать. Это уже не в моих силах. Сказать, предположить, как бы. Я даже и думаю, что возможно, ну, это для себя это. Я надеюсь, что для нее это лучше. Я так думаю. Почему-то я так думаю. Так, значит, кулаки, у него ничего нет.
Так это вообще. И, значит, он у меня здесь еще. Вот он, смотрите. Покажи кулак, там нет ничего, рукава нету. Все вообще, чего хочешь, нас потрогать. Итак, барабанная дробь. И поехали. Передаем. Сейчас он вот в том кулаке. И быстрее обратно. Давай. Опа! Вот так вот. Браво. Так. В принципе, да. Я же собираюсь уехать. Земля же зовет меня. Да, зовет. Я в будущем, чтобы ни было, ни произошло, если Бог даст мне, все будет нормально, я буду приезжать, участвовать и другим, кому вы ездите. А если все будет хорошо, а я знаю, что будет все хорошо. Это не просто так. Значит, все будет хорошо. Я на этом, конечно, останавливаться не собираюсь. Пока ты здесь, что может быть еще, пока ты здесь? Пока ты здесь, надо успевать все сделать. Пока ты здесь, живи. Здесь мне так тепло. Пока ты здесь, я тебя люблю. Ну, пока ты здесь, я хотел с тобой поболтать. Пока ты здесь, я тоже здесь. Пока ты здесь, открыты двери. А пока ты здесь, я здесь. Пока ты здесь, все хорошо. Пока ты здесь, все происходит. Пока ты здесь, живи. Пока ты здесь, так держать. Пока ты здесь, твори. Пока ты здесь, живи ярче. Пока ты здесь, я буду ловить это мгновение. Пока ты здесь, меня здесь нет. Пока ты здесь, нам некуда бежать. Давай скажем, пока ты здесь. Да я не знаю, что сказать, подожди. Пока ты здесь, я тоже буду здесь. Пока ты здесь, кто-нибудь там. Пока ты здесь, здесь ты. Пока ты здесь, ты можешь найти друга. Пока ты здесь, все продолжается. Все продолжается. Но там все тоже продолжается. Я вас.